Здравствуйте. В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую состав хозяев. Команда немного отошла от классической схемы. Точечные изменения тут и там направлены на усиление атаки. Посмотрим на состав Наполи. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Здравствуйте. В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую состав хозяев. Команда немного отошла от классической схемы. Точечные изменения тут и там направлены на усиление атаки. Посмотрим на состав Наполи. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Здравствуйте. В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую состав хозяев. Команда немного отошла от классической схемы. Точечные изменения тут и там направлены на усиление атаки. Посмотрим на состав Наполи. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Фабиан. Дрис Мертенс. Хосе Калихон. Все правильно, выбит мяч из штрафной. Плохо сыграно, мяч потерян. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Здесь он попадает под прессинг.